26 июля 2009 года младший десяток моих детей собрался на маленькой кухоньке в трехкомнатной квартире, где мы все живем, и устроил «Играй гармонь» по-алексеевски. Начнем с кого тут? С Астры нашей. Давай, Астры, сыграй. Вот, отдай Егору гармошечку. Все гармонии у нас с блошиного рынка, отремонтированные. Тяп-ляп, скотчем. Ну-ка, царицушка, ты сыграй теперь. Молодец, царицушка. Андрей теперь сыграй. Марию сыграй. Теперь кто? Звезда сыграет, да? Давай, звезда. Вот, легко. А, Егорушка, давай. Теперь царь наш играет, давай. Вот, видите, как хорошо. Первая игра и гармония у нас сейчас. Маленьких посмотрим. Я. Королёчек, подожди, Королёчек, сыграй чего-нибудь, Королёчек. Вот король, молодец, сыграл. Любимица, что ты можешь сыграть чего-нибудь? Давай, расстегни ее пока. А внизу расстегнули тоже? Да. Ну, давай. Да. Плоховато выучила, плоховато, любим. Надо лучше выучить. Государик. Отдых. Государь, лучше всех выучил. Молодец, отдохни. Егорушка, давай уж ты выручай чего-нибудь, сыграй еще. Thank you.
городские дети, санкт-петербургские, петербуржцы в восьмом поколении, четыре гармонии с блошиного рынка, отремонтировали, покрасили, голосов тут не у всех есть, нажим есть, на нажим не хватает голосов, но ничего, зато красивые все покрасили, надписали, и четыре гармонии будет больше, будем все играть, а? Да. Обязуемся лучше играть, а? Да. Первая игра и гармония у нас, первый блин, ну, не совсем клин каковым, но все-таки будем стараться, да, возрождать. Да. Все, молодцы. Давайте, всем советую десяточки детей завести, гармонию на блошином рынке купить и веселиться. Где улыбка-то? Ну вот.